Добрый день! Представляю вашему вниманию распаковку компьютерного корпуса Fractal Design Define A5, который был приобретен в интернет-магазине Розетка. Корпус Fractal Design упакован в коробку из толстого картона сравнительно больших размеров. Вес коробки брутто почти 13 кг. На общем фоне выделяется довольно большая ширина коробки. Оформлена упаковка просто, но весьма информативно. На лицевой стороне представлено изображение продукта, указана его модель, а также имеется наклейка, что модель корпуса полностью черного цвета и без прозрачного бокового окна. На других гранях коробки представлена информация про технические характеристики продукта, конструктивные особенности, а также изображение его внутренней структуры. По бокам коробки имеются ручки для переноски. Внутри корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами. Его расположение фронтальной панелью вверх. Также внутри коробки были представлены рекламная брошюра компании, каталог продукции, гарантийный лист, а также руководство пользователя, упакованное в отдельный пакет. Руководство пользователя качественно напечатано на хорошей бумаге, содержит всю необходимую информацию, как по сборке компьютера, так и по поддержке корпусом различных комплектующих и систем охлаждения. А главное, каждый этап сборки корпуса имеет подробнейшие иллюстрации и описание на 7 языках, включая русский. Открыв фронтальную дверцу влево на 90 градусов, видим решетку переднего пылевого фильтра, 2 5-дюймовых отсека. Передняя дверца проклеена с обратной стороны толстым слоем шумоизолирующего материала. Для ее фиксации используются обычные клипсы, и благодаря специальной конструкции петель дверцу можно перевесить на другую сторону, изменив направление открывания. Органы управления компьютером расположены на верхней грани передней панели. Здесь есть два 3,5-мм аудиопорта, маленькая кнопка перезагрузки, более крупная круглая клавиша запуска системы с подсветкой по ободу, индикатор активности накопителей, два порта USB 2.0 и два порта USB 3.0, стильно окрашенных в черный цвет вместо синего. Левая боковая панель держится на двух винтах с накатанной головкой, но кроме этого есть еще и специальный замок. Щеколда замка находится по центру, а еще две задвижки сверху и снизу. Без винтов, чтобы открыть дверцу, достаточно нажать на ползунок замка. Боковая панель открывается по направлению в сторону, а не назад. С обратной стороны приклеен слой шумоизоляции. Аккуратная коробочка с аксессуарами обнаружилась внутри корпуса. Она пряталась в одном из отсеков для жестких дисков. Внутри много пакетиков с различными винтами и другими приспособлениями для сборки. В перечень поставки входят 4 длинных винта для переднего вентилятора, 4 винта для блока питания, 32 винта для 3-дюймовых накопителей, 32 маленьких винта для 2-дюймовых накопителей, 32 резиновых демпфера вибраций для 3-дюймовых накопителей, 8 винтов с накатанной головкой для 5-дюймовых устройств, 8 винтов для материнской платы, 8 стоек для материнской платы, пластмассовый переходник для монтажа стоек материнской платы, 5 кабельных стяжек. Это было видео про распаковку компьютерного корпуса Fractal Design Define A5. Понравилось видео? Поставь лайк и подпишись на канал. Всем спасибо за просмотр и удачи!